Магнитка – это старый, короче, конь, который борозды точно не портит. Я думаю, что так. И для меня, так я впервые участвую в магнитогорском форуме, при этом наслушавшись прямо от именитых коллег и других замечательных знакомых о том, что это прям вот место силы и прочее-прочее. Маркетинг в этом плане прям точно работает, потому что я тоже уверился, что поучаствовать в этом, поучаствовать в новом рождении магнитогорского форума – это важно и, наверное, для меня лично интересная задача. Ну и те ощущения, которые я здесь испытываю, они, конечно, переносят меня в какое-то далекое детство, потому что это как будто лагерь, это как будто бы, собственно, такие беззаботные немножко дни. Это хорошо, это приятно. Магнитка – это приятно.